Хочу порекомендовать вам канал своего хорошего кореша, как заработать деньги в интернете. Он снимает классные видео о заработке, его советы реально работают, у него много интересных тематик помимо заработка, он рассказывает много фишек по ютубу, о заработках других блогеров и еще у него есть очень интересные схемы по заработку. Давайте поможем ему набрать 50 тысяч подписчиков, это будет для него сюрпризом, ведь он не знает, что я его рекламирую. Кстати, он ежедневно разыгрывает неплохие деньги. Переходим к нему по ссылке в описании и подписываемся. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы с вами записываем рубрику, которая называется «Самоубийца». Вот, и буду я записывать сегодня с Жек. Поздоровайся. Здорово. Вот, кстати, ребята, мы с ним уже записывали раза три, и пока счет у нас 2-1 в мою пользу, да, насколько я знаю? Мою, алло. Ты какую твою-то? Если не ошибаюсь, то мою, ты меня только один раз на фабрике выиграл. Ты дурож? Нет. Я тебя в тот раз со сухим счетом выиграл, алло. Ну хорошо, допустим, хорошо. Ты вообще обманщица. Я пересмотрю. Обманщица лютая. Короче, ребята, вот, сегодня, я думаю, правила у нас все довольно-таки уже знают, повторять их не надо. Вот, поэтому, ребята, опять же, вам напоминаю такую тему, что, ну, смотреть как бы эту рубрику прикольно, но давайте сделаем так, если вы хотите... Нихера себе, я в тебя попал. Вот, эту рубрику видеть, ребята, почаще и хотите видеть ее на желание. Жека, чувствую, чем пахнет? Прям... горелым. Вот, то, ребята, обязательно давайте под этим видеороликом наберем 1500 лайкосов, вот, и эту рубрику, ребят, мы будем снимать на желанку. Неважно там с кем, возможно, с Жекой, там еще с кем-то, но, короче, все будут рубрики эти на желаночку. Вот, и вот даже видите, ребята, вот здесь написано у нас азбукой Морзе, что «Чувак, ставь лайк». Вот, и все будет круто. Так, ладно, давай, Жек, с тобой на камень бумага разыграемся, кто из нас будет ставить, а кто ее искать. Ну давай, готов? Да. Сейчас три, я проиграю. Раз, два, три. Как я так манганул, брат? Бек? Так, ты что будешь делать? Я, наверное, все-таки буду ставить мину. Ах, ты сычарка такая. Вот все, что себе полегче выбирает. Я тебя понял. Просто лютый поцак. Так, ладно, давай, Жичара. Заходи у нас на карту. Вот, кстати, ребята, у нас там пока не убрали эту тайную комнату, и у нас есть замечательная возможность, так как это паркур, поставить и туда. Но, ребята, так как это и паркур, мы можем абсолютно в любое место ее поставить, если, конечно, у нас получится запаркурить. Но так как мы раки лютые, вот, это нифига не точно. Да, Джекобик? Да, особенно нет. Джекобик! Так, ладно, давай, ты там уже ставишь эту минку? Ну, по идее, я уже поставил ее. Фига ты какой. А ты в курсе, что ты за минуту не успеешь дойти до этой тайной комнаты и поставить ту амину? Сейчас, подожди. Поднапрягу булки своей, дойду. Поднапрягу свои булки, дойду туда. Нифига такая, что жесткий тип. Кстати, на этой карте, на Форт-Ноксе, мы, ребята, уже как-то записывали эту рубрику. И записывали, вроде, если мне не изменяет память, с Виталькой. И она у нас получилась довольно-таки неплохая. Она там набрала много просмотров и лайкосов много набрала. То есть, ну и комментарии, конечно, были практически все положительные. Ну, кроме там всяких хуйтеров, которые заходят, там пишут вообще неважно какую-то гадость. Вот. Подожди, стоп, я забыл, где я мину поставил. Ты издеваешься? Ты are you fucking serious? Да ты меня просто сбил со своей тайной комнатой и все. И что я тебя сбил? Ты что, дурачок, не знаешь, что где твоя мина стоит? Походу. Так, а ты же ее и так можешь как бы увидеть. Я ее не вижу. Ты дурочка? Ты ее, надеюсь, текстур не поставил? Надеюсь. Не, в текстуру нельзя, если она в текстуре, то ты сразу просрал. А, тогда я выиграл. Да? Да. Прямо серьезно? Да. Не, она вот серьезно в текстуре? Да, серьезно, нет. Да ну ты смотри, я сейчас тоже могу пошутить и сказать, что все, ты проиграл. Я выиграл. А потом ты как докажешь, что она была не в текстуре? Я просто сразу выйду из карты и все. А у меня просто видос идет. Ах ты какая сука, а? Хитрюга такая, я тебя понял. Это знаете где это? Обманул меня тебя? Да? Вадим, нельзя, фу. Да ладно, я к тебе не поеду. Иди там стой где-нибудь еще в жопендре.
ты, в принципе... Хорошо. Ладно, Жеки, пока. Фу, воняющий. Понял? Фу-фу-фу таким быть. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, ладно, давай теперь верхушки чекать, потому что я, в принципе, не знаю теперь, где она может быть. Где остались у меня только одни верхушечки, их прочекать. Так, здесь ты у нас нигде минку свою коварненькую не засунул, а, Жекобек? Не, у меня мозгов нет, что-то. Ну это я знаю, что у тебя мозгов нет, но... Ой, Вадим, подожди, залагал что-то. Я ж тебя солью. Ну давай, сваливай. Разлагал. Разлагал. Ух ты, какое днище, а. На тебе еще один раз шарик. Ты меня стрельнул два раза, Бек. И что, я ж тебя не убил, Бек. О, приветики, Жека. Приветики. Миночка, привет. Я тебя нашел. Вадим, я упал. Да? Прикольно, Бек. Джека? Шел в жопу. Пока. Давай, перезаходим, делаем. Теперь, короче, ребята, моя очередь ставить эту минку. Жека, чуешь? Чуешь, чем пахнет? Мне кажется, да, пахнет прям очень-очень жареным. Прямо, прям вот, прямо, я не знаю, ну запахло, прям поперло конкретно таки. Так что, Жеканчик, ты давай у нас. Ты у нас парень, конечно, крутой. Я это все дело понимаю. Но как бы, ты же понимаешь, что я тоже у нас мальчик не пальцем деланный. И чтобы тебе лучше меня выиграть, тебе нужно конкретно таки припотеть. Я но не в этом случае, Жека, забей. О боже мой. У меня, короче, сейчас не получилось поставить минку с первого раза, поэтому у меня есть возможность на бунту. Нет, Вайдер! Не лошарь, пожалуйста, я тебя умоляю. Вайдербек. А тем временем осталось 10 секунд. Да, я знаю. Смотрите, какая-то сучка, а. И сидит такая, потирает. А тем временем осталось 10 секунд. Да, Жека? А. Прям подсираловка такая. Да-да. Да-да. Или нет? Да-да, я тут. Ты тут? Так, Вадимка, давай и говори, Демина, твоя. Я тебе не скажу, Байк. Уйди отсюда. Эй, больно. Что ты здесь катаешься, под мостики мои ходишь? Ой, Жека, залагал. Жека, залагал. Жека, залагал. Жека лагает у меня. Лагает, все, Жека, бег. Что, не нашел мину? Ой, Жека. Блин, я то, что я хочу проехать. Давай вместе туда поедем. Давай попробуем туда вместе поехать, а? Да че? Блин, кнопка Жека заела. Чувак, как тебе такое ощущение, когда тебе мешают? Охуенно. А ты дурочка матершиница. Вот просто сейчас... В смысле, я не матерюсь? О, да конечно, не материшь. Вот сейчас, ребята, вот кто услышал уже кемат? Вот просто сейчас отпишите комментарий, кто услышал. Вот мне же ни одного таких галлюцинаций. Галлюкалаканзагенной кулитинаций. О, Жека, ня пока. Ля пока. А ня пока. Чё, Жеканчик, хочешь минку мою разминировать? Не разминируешь ты её. Да-да. Жека, у тебя остается все меньше и меньше времени, а мест еще очень много. Например, есть вообще замечательное место, как тайная комната. Да-да, а как ты оттуда выбрался? А ты дурак, что ли? Ты в курсе, что не обязательно спускаться, если у тебя рикошет есть? И вас пикем первый. Так, сапы, рот закрой, тихо. Ты можешь вот так свистнуть, оп-оп, пострелять обратно, и он... Да, изи-пизи забирается. Ну, может, кстати, если не верите, на мосту какой-нибудь проверить или на вот это вот препятствие, например, вот здесь вот минку поставить где-нибудь и посмотреть, если она у тебя спустится вниз. Ну, как бы это дело такое. Я, в принципе, понимаю, что ты туда в жизни не залезешь, потому что я тебя буду мешать, Бек. Вот, я тебе, знаешь, на каком месте не буду мешать? Вот когда останется секундок 20, я тебе уже не буду мешать. Шаво. Ты что в минусе делаешь? А? Я минту нашел, дружочка. Ах ты, сука такая. Не удалось мне тебя наколоть. Так, ладно, давай перезаходик сделаем. Блин, ну ты что делаешь? Я же так вообще люто по-жесткому играл. Ты как вообще мою минус обнаружил? Блин, ну ладно. Это, в принципе, было изи. Это, в принципе, было изи-пизи.
Какие в моих руках? А ты же, кстати, попробуй эту тайную комнату так мину поставить, как я тебе сказал. Да не, спасибо, не хочу. Да попробуй, Жека. У меня там с первого раза не получилось просто. А ты не заметил, что у меня как бы одна там смерть была? А? Жекабек. Жекабек. Ну а тем временем я провтыкал тупо одну минку. В смысле, какую ты минку провтыкал? Ну, которую поставил. В смысле, это как? А, да забей. Ну ты ее поставил, как бы на карте одна мина стоит? Да. Я надеюсь. Потому что я, в принципе, нахожу любую, и я выиграл. Так что ты давай лучше сразу говори. Бек-бек. Ишбербек. Так, и залазим. Кстати, ребят, мне там очень многие спрашивают, что значит бек такое. Там кто-то, короче, заморочился, нашел статью в Википедии. Вот, и это, типа, значит, там на какой-то древней Руси, там по-другому как-то называли. И это, типа, господин, товарищ, что-то такого. Вот, я даже, если честно, не знал, что это как-то переводится, потому что, я же еще раз повторюсь, это легенда бек у нас такую тему придумал. Вот, и потом мы такие начали все повторять, потом еще вы тоже с нами подтянулись, это фигня заниматься. Вот, и заразительная тема, короче, пошла прям очень жестко. Вадим, не ехать туда, фу. Думаешь, не ехать туда? Угу. Но можно один разочек съездить. Только осторожно, правильно. Только осторожненько, я не хочу осторожненько ехать. Я хочу прям очень по-жесткому ездить. Залагало. Нет. Меня. У тебя там что-то залагало. А у меня все было нормально. Просто изи-пизи. А, кстати, до скольки мы выигрыш собираем? Ну, мы играем 3 раунда вообще. 3 раунда, да. То есть это последний, то есть да, я выиграл. Да, да. Ну, если ты как бы по скиллу поставил, то если я ее не найду, то получается, да. Ты у нас жбербек, ты у нас выиграл. Просто изи-пизи, скилл мафака. Мне кажется, ли я здесь что-то как будто это не заметил. Но это как бы не точненько. Так, Жеканчик, где ты у нас эту сраную мину-то поставил? В попке. Ты можешь мне на ушко шепнуть? Я, в принципе, никому не скажу. Ну, давай я скажу. Давай. Вадим, смотри. На той базе. Где? На той базе? Там. На твоей базе. Серьезно? Да. А ты меня не обманываешь? Нет. Или, может, ты меня обманул? Нет, а, ты дурачок. Что? Блин, на самом деле, здесь даже саму карту просто сложно будет объехать. И вот эту минку найти. Ну, кстати, когда ты ищешь мину, для тебя время летит очень-очень быстро. Но когда ты эту мину поставил и хочешь, чтобы ее не нашли, у тебя да так медленно... Ой, так, да, медленно время идет, что это же просто обописаться от страху. Да, Жека? О, теперь мне никакой дурак не будет мешать. Я могу свободно ездить и эту минку искать. Кстати, не самоуничтожайся, потому что если ты самоуничтожишься, ты автомат проиграешь. Да, я выиграю, я знаю. Да, блин, ты где мину эту саную поставил? Что да я тебе говорю, я не ставил ее. Ты дурочка, что ли? Минку в любом случае надо поставить. Зачем ты? Наркоман, что ли? Крой наркоман, всего лишь алкаш. Блин, ну я уже эту мину везде прочекал, ее вообще нигде нету. Как это так может быть? Не знаю. Блин, она может на бортике стоит? Нет. Точно бег? Нет. Не точно? Не точно бег. Блин, ну ты один раз погибал, как бы, значит, ты эту мину поставил где-то косо. Косокрылый бы живо. Блин, ну я не могу найти ее, I fucking serious. Because you... Ну... Блин, давай мне на 30 секундах подсказку хотя бы одну. Она в строкотени. В смысле в строкотени? Это подсказка была. Потолк нехорош. Давай мы еще здесь потолкаемся, а? Вадим, 18 секунд бег. Так я не могу найти. Да-да. А где она в итоге была-то? По-любому уже знаешь, где. Нет. Ты дурочка, я ее на туре не нашел. Кто тебе виноват? Ты где мину эту поставил? О боже, сейчас покажу, Вадимка. Просто сейчас покажу. Давай. Потому что мне аж саму, ребята, интересно, где эта сраная мина стояла.
Боже мой, прикинь. Я тебе скажу, что ты там проезжал вот именно вот очень близко. Ну я по-любому просто туда... Она на бортике была? Нет. Не на бортике? Нет, она на полу была. Как... А где она была? Едь, короче, бег... Где-то есть. Ну, вот я тут. Ну, короче, смотри, только с противоположной стороны. Я сюда вот пытался ее поставить. Ага. Но, увы, не поставил и поставил снизу. Вот здесь серьезно? Вот так вот. О, боже мой, я же кучу раз проезжал. А ты вот так вот проехал разок. Кстати, возможно, ребят, там на записи у меня эту минку было видно. Если, кстати, я ее вижу, я потом это приостановлю такой момент, призамедлю там. Вот, вы, возможно, там будете меня называть лошары, но, в принципе, ладно. Пойдет и так. Короче, ребята, если вам понравилась эта рубрика, то обязательно ставьте свои лайки. Если, опять же, хотите на желаночку, набираем 1500 луксов, и мы снимаем ее на желание. Вот, ну а с вами был Вайдер и Негатив. Всем пока-пока. Всем пока. В конце видеоролика, ребята, хотел вам посоветовать вступить в группу Спаси Голд в танках онлайн. Тут проходит очень много СГшек и также интересных рубрик, которые записываю я. И что самое интересное, во всех этих рубриках, ребята, вы можете половить голды. Также здесь есть расписание, которое будет пополняться. Переходим по ссылке в описании, подписываемся. Всем пока.